Сохранить на века уже больше месяца в Государственном архиве Севастополя продолжается оцифровка важных городских документов с помощью современного планетарного сканера нового поколения. Он позволяет сохранять и работать с документами в электронном виде в отличном качестве и разрешении. Укладываем дело на колыбель, закрываем прижимным стеклом для того, чтобы более четко отобразилось изображение. Если дело более толстое, более узенькое, то есть мы подгоняем колыбель, то есть на сканере тоже есть все эти функции. То есть колыбель опускается в случае необходимости, стекло зажимает. До этого момента сотрудники архива пользовались устаревшими технологиями, как в 70-е это была работа с микропленкой. Сегодня с помощью нового сканера оцифрованы фонды городской администрации и Севастопольского горсовета в период 94 по 2001 годы. Цифровой сканер, называется он планетарный сканер нового поколения, уникальная машина, конечно, позволяет делать до 300 копий дел расшитых и до 200 копий в час из дел не расшитых. Весь этот массив потом обрабатывается, проверяется сотрудниками на качество сканированного изображения, если какие-то заломы, переделывается копия. Потом это все собирается, заливается на единый сервер. И подключенные рабочие компьютеры сотрудников архива к этому серверу получают доступ каждый по своему персональному паролю. И таким образом мы можем работать с этими цифровыми копиями. В ближайшее время сотрудники архива планируют перевести в цифровой формат административные документы вплоть до 1943 года. Затем придет черед особо ценных фондов. Известно, что в архиве находятся автографы прославленных адмиралов Павла Степановича Нахимова и Михаила Петровича Лазарева. Свидетельство о венчании 38-летней Дарьи Михайловой, более известной как Даша Севастопольская, запись о рождении писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко и многие другие. Оцифровка проводится в рамках специальной госпрограммы ради создания общей системы цифрового документооборота, сохранности и доступности для историков и исследователей прошлого. Ксения Горова, Павел Красиков, Севинформбюро.